значит, ты сбежал. Тебя принял Джейсон Хадсон из ЦРУ. Как он тебе поверил, зная, что Виктор Резнов помог тебе при побеге? Резнов был мой друг. Он не смог выбраться. Виктор Резнов был коммунистом. Как в ЦРУ узнали, что ты не завербован? Тестировали. Узнали, что я держался, и сейчас удержусь. Правительству нужен Драгович. Ты должен был убить его. Да. Еще многих. Я должен был убить многих. Кого? Кого, Мейсон? Тебя вернули на службу и вызвали в Пентагон. Моим новым куратором стал Джейсон Хадсон. Мы на месте! Почему Пентагон? Хадсон не мог мне сказать. У него не было допуска. Сопровождение готово. Приветствуем в Пентагоне. Мы опаздываем! Секретарь Макнамара. Ваша репутация широко известна. Так, к делу. На кон поставлена безопасность страны. У него нет страха, совести, слабостей. Генерал Драгович. Кажется, вы уже встречались. Когда я убью его? Мы рады видеть тебя, Мейсон. VIP. Он здесь. Мне казалось, что за нами все следили. За мной следили. Когда никому нельзя было доверять. Иногда даже самому себе. Поэтому-то мы и здесь, Мейсон. Чтобы узнать, можно ли тебе доверять. Вот здесь. Круглосуточно. И так всегда. Мы держали тебя под постоянным наблюдением. Это невозможно. Я был в Пентагоне. Доложите о нас. Пароль, сэр. Допуск Проспера. Известные я герои. Помню. Я все время слышал числа. Никак не мог их выбросить из головы. Известные лидеры. Допуск Ариэль. VIP. Что-то мне он не давало ждет. Покоя. Что, Мейсон? Мозговой центр. Я могу, не кривя душой, сказать, что не единожды спасали цивилизацию. Мне казалось, комнате. Я как будто сплю. Шаг второй. Выйти из тьмы. Шаг третий. Огонь с небес. Ты приближался к своей цели. Все шло как надо. Помню свой первый раз. Дух захватывает, а? Еще нет. Сикаракса. Убежище было построено в 43-м. Используется редко. Спасибо, мистер секретарь. Удачи, Мейсон. Президент. Агент Мейсон. Это честь, господин президент. Так.
Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Драгович. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Не подведите. Мистер Мейсон, сделайте это. Приказ руководства. Операция «Точка воспламенения». Ударить прямо в сердце их, космонавтики. Покончить с их баллистическими ракетами. Ударить по группе восхождения, по нацистам-ученым, доставшимся русским после войны. Да, он жаждал их знаний, их сведений. Операция 40 внедрила двойного агента в группу восхождения. Григорий Уивер. Он должен был повредить ракету. Но что-то сорвалось, Мейсон. Эти гребаные числа в моей голове! Не отвечает. Выдвигаемся. Не спи, Мейсон. Давай, пошли. Виски назад. Вперед, Экстрей. Запуск вот-вот начнется. Мы на подходе. Прием. Понял. Времени мало, Мейсон. Пошли. Нет, что-то не так. Слишком высокая активность. Янки 1-3, прием. Янки 1-3, прием. Уивер молчит. Вот, смотри, что там. Пошел отсчет. Это Союз-2. Запуск запланирован через 10 минут после Союза-1. Станция связи. Мейсон, движение на дороге. Разберись. Черт, это Уивер! Его взяли! Ваш коллега не стремится объяснить свое присутствие в комплексе. Кого там еще несет? Сложите оружие, и вам сохранят жизнь. Это Кравченко, заместитель Драговича. Последнее предупреждение. Ничего не попишешь, Мейсон. Уивер все. Я знаю. Ваш выбор. Плохо дело. Сукин сын. Команда Виски, вы на месте? Понял, Экстрей. Виски прикрыл дорогу. Уивер попался. База в повышенной боеготовности. Держите позицию. Мы подходим. Понял. Ладно. Идем. Вертолеты, шевелись! За мной, шевелись! Порядок. Пошли. Нам нужна форма. Я займусь тем, что на земле, а ты вторым. Давай.
Давай уберем их подальше. И что? Спасение Уивера оказалось важнее задания убить Драговича? Уивер был русским, но неплохим. Надеюсь, в Воркуте ты выучил русский, Мейсон. Хорошо бы да. Надо спасти Уивера. Не стрелять, маскируйся. Эй, что это за шум? А, чертовы псы! Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их и дело с концом. Ладно. Есть. Брукс и Боумен должны быть впереди. Экс-рей, это Виски. Вижу противника. Сейчас разберемся. Что с Уивером? Он попался. Действуем согласно плану. Выбираем момент. Ладно, пошли. Что происходит? Повышенное давление в отсеке 12А. Будь незаметным. Может остановить? Нет. Вспомогательная система должна сбалансировать любые колебания. Ты уверен? Уверен. Не выходит на связь. Похоже, они нашли тело. Все в норме. Делай то же, что они. При дистанции связи. Все системы в норме. Снайперы занимают позицию на стрельбе. Пара людей впереди. Боумен, Брукс, уберите их. Проблема. Со мной. Готов? Зачищай этажи, пока улетел. Я лишу их связи. Генералы на объекте. Всем патрулям доложить обстановку. Вперед! Жители! Черт! Бойца ранил! Подтверждай! Экс-рей, прием. Давай, Боб. Видим Уивера. Его повели в бункер к югу от станции связи. Мейсон! Мейсон, иди сюда! Арбалет, разрывные! Ну! Я на лестницу! Накрой! Противник заходит с севера! Нас прижали! У нас гости! Они под обстрелом! Подорви эти машины! У машины! Осторожно! Убей! Так точно! Противник уничтожен! Стрельба слишком слышна. Уроды возвращаются. Я возьму трос, а ты стреляй. Не тормози, Мейсон. Вперед, пошел! Уивер! Ты справа. Ты слева.
Ты можешь идти дальше, Уивер. Конечно. Сломал систему навигации. Меня раскрыли. Значит, с хитростью все. Теперь план Б. Мы можем отменить запуск. Надо добраться до командного пункта. Ты его спас. Дальше надо было выяснить местоположение группы восхождения и убить. Нет. Его. Я должен был убить Драговича. Нас раскрыли. Снимайте маски. Отсюда! Руки в ноги! Сейчас будет жарко! Мейсон, пробей долбаную стену! Готов! Уничтожим ракету. 13, любой ценой. 12, 11, 10, зажигание, 9, опоздали, она взлетит. 8, предварительное. План Б, Боуман, готовься. То, что надо. Промежуточное. Ну же, Мейсон, взрывай. 2, 1, главное. Лучше испытаний не придумаешь. Чёрт! Остатки группы восхождения попытаются сбежать. Боуман, Брукс, к северному туннелю в обход. Чтобы не вышли через заднюю дверь. Мейсон и Уивер за мной. Отвергаю. Минус один. Пошла!
Восточная! Я вижу! Прикрытие! Нам пора сматываться. Рано. Мы идем за Драговичем. Вернись, Мейсон. Кравченко успел сбежать от нас. Мы подобрались к самому главному. Драгович был там, верно? Мы обыскали всю базу. Этого ублюдка нигде не было. Мы теряем время. Он вредит. Но потом мы наткнулись на лимузин Драговича. Он был в моих руках. Ты доволен? Нет. Я не готов. Я должен увидеть тело. Драгович, ты убедился, что он мертв? Поверь, этот ублюдок та еще змея.